Сегодня я хотел бы рассказать про интересный проект TokenLand. TokenLand ICO занимается, точнее хотят заняться кредитованием, да, ипотечным кредитованием, кредитованием на недвижимость, и мы можем сами, да, создать свой кредит и на этой платформе отдать какому-то человеку свои средства в пользование и на этом зарабатывать. Идея, в принципе, очень интересная. Мы можем выступать как мини-банк, да, если есть средства у нас денежные на это дело. И, в принципе, все перспективы проект имеет. Мы сейчас находимся на их официальном сайте. Давайте посмотрим посещаемость. Посещаемость их довольно неплоха. Это 403-тысячное место по России. Да, сейчас основной контингент посещений идет именно с России. Да, и 1 340 000 место по миру. Продажа токенов заканчивается через полтора месяца, но при этом они уже собрали 1500 эфиров. Да, то есть это говорит о том, что проектом интересуются. И действительно, возможно, он соберет хардкап. Для того, чтобы купить токены, нам необходимо нажать «Купить TLN», да, «Купить токен TLN», ввести свою почту. Ввести свой пароль, ну, придумать пароль, да. Нажать галочку «Я не робот» и согласиться с условиями политики конфиденциальности. Далее нам на почту придет оповещение, и нам необходимо его подтвердить. Подтверждаем оповещение, да, и все. Нам сразу же дают 10% бонусов. Если мы сейчас это делаем, нажимаем Buy Tokens. И все, здесь ничего сложного у нас нет. А сразу же показана цена одного токена. И эфир кошелек, на который необходимо отправить свои эфиры. После этого, как только продажа закончится, мы на свой кошелек уже получим обратно токены TLN, да, TokenLand, и все, и нам останется только ждать прибыли, ждать, когда цена токена увеличится. Далее нам тут рассказывают, что же такое TokenLand, да, то есть TokenLand предложит любому человеку из любой части мира возможность инвестировать в обеспеченные кредиты на недвижимость и получать конкурентоспособные проценты, процентные ставки по различным криптоактивным продуктом, номинированными в стоимости евро. То есть будет создан кредитный портфель. Также они будут заниматься и на вторичном рынке, да, то есть не только на новостройке, а и на вторичном рынке тоже. Давайте посмотрим, как это работает. Да. Создатель кредита добавляет новый кредит в систему через личный кабинет. После того, как данные о кредитах будут проверены и успешно проверены персоналом платформы, на платформу будет создан и опубликован ваш кредитный договор. Держатели токенов приобретают токены LPN для конкретного кредита, передавая желаемую сумму на адрес кредита и так далее. То есть здесь вся структура расписана, можете уже здесь посмотреть, все почитать. У кого нету, кто плохо знает английский, можете скачать плагин Google переводчик для своего браузера, и он просто вам любой сайт будет переводить. Притом можно и в Яндекс.Браузер, да, кто пользуется, и можно и в Google Chrome. Далее мы видим детали продажи. Всего создано 130 миллионов токенов TLN. Предложение ICO 93 миллиона 750 тысяч токенов. То есть остальные у нас пойдут на какие-то другие нужды. Я думаю, мы сейчас внизу это посмотрим, увидим. Стоимость у нас одного токена, это, а точнее одного эфира, это 2500 токенов TLN. Да, то есть за один эфир мы получим 2500 токенов. Плюс 10% нам дали скидку. Софткап 5000 эфиров, да, притом они уже собрали
уже собрали 1500 эфиров, я думаю, что они SoftCap вообще легко соберут. Притом, я думаю, что и к хардкапу они тоже где-то рядом подойдут и, возможно, его тоже соберут. В принципе, идея довольно интересная. Далее нам показывают, как будут распределены токены, да, то есть 93 миллиона 750 тысяч у нас пойдет на ICO, как вот здесь я уже показывал. Вот эта сумма пойдет. А 7% они ушли на пресейле, их сразу же разобрали. 3% пойдут советникам и 14% пойдут команде. Притом те токены, которые пойдут команде, они будут заблокированы на 2 года. Да, вот смотрите, 50% будут заблокированы на 2 года, и другие 50% будут заблокированы на 4 года. Это говорит о том, что компания реально хочет развиваться, да, и в ее целях за эти 4 года, сначала за 2, а потом за 4, как можно сильнее увеличить цену токена. Вот. Поэтому, в принципе, компания должна быть надежной, это не должен быть скам. И к этому проекту я рекомендую присмотреться. Далее нам показывают, как будет распределяться основной бюджет, да, то есть тот бюджет, который они уже соберут именно в эфирах. 18% пойдет на маркетинг и пиар, притом это хороший показатель, действительно отличный показатель. И 70% пойдет на разработки, да, то есть на маркетинг всегда должна быть большая сумма. Если компания не тратит на маркетинг, о ней никто не узнает, соответственно, никто не будет ей интересоваться, никто не будет покупать ее токены, и как бы она не достигнет успеха. Также тут нам показывают бонусы, да, в зависимости от проданных эфиров, нам будут давать процент. То есть сейчас 1500 эфиров продано, да, мы получаем 10% бонусов. То есть, да, если больше, когда уже будет больше 3000 эфиров, уже бонус будет меньше, бонус будет уже, давайте посмотрим, бонус уже будет 7% и так далее. То есть, чем больше ребята собирают, тем мы получаем меньший бонус. Поэтому необходимо сейчас вложить, да, чтобы получить как можно больше. Далее мы видим дорожную карту. Начинается она с сентября 2016 года. Это тогда они сделали концептуальный дизайн. Сейчас идет продажа токенов. В апреле пойдут основные разработки. В октябре уже мы получим ранний доступ. Уже сможем токены продавать и покупать. И в марте 2019 года, то есть ровно через год, да, сейчас у нас март, как раз ровно через год будет публичный запуск. До этого момента их желательно держать. То есть токен держать, и тогда мы очень хорошо сможем заработать. Токен Land создается командой разработчиков, вдохновленной одной мечтой. Имея более чем 15-летний опыт разработки программного обеспечения, с портфолио полным всемирно известных продуктов, таких как Diamond Tools, мы считаем, что у нас есть более чем достаточно ресурсов и будет предоставлять лучший сервис для людей. То есть ребята, да, они открыты, как мы видим, то есть некоторые реально работали в хороших компаниях, Diamond Tools известная компания. То есть они запустили больше 10 разных продуктов, у них больше 100 миллионов пользователей по всему миру и 10 лет в бизнесе. Как бы это говорит о том, что команда действительно сильная. Также на них всех, здесь есть ссылки в LinkedIn, мы это можем почитать, любую информацию про них. Странно только то, что верстку на сайте они не сделали, да, мы видим, тут съехал один человек у нас, Таня Чух, но ничего страшного. Это дело косметическое, да, просто, может быть, ребята не заметили. Далее мы видим советников, а также все ссылки присутствуют. Мы можем написать им в LinkedIn и спросить, действительно ли они связаны с этой компанией. Я уверен, что они скажут «да», и это подчеркнет еще раз тот момент, что это не скам, да, и действительно ребята нацелены на результат. Также здесь показаны у нас пресс-релизы, да, то есть ресурсы, которые пишут какие-то статьи или писали о этой команде.
Давайте их посмотрим, но чуть позже. Давайте сначала посмотрим белую бумагу. Она у них на 21 страницу. В принципе, тут все подробно изложено, все понятно. Вопросов быть не должно. Опять же, Google переводчик нам в помощь, да. Вот Salto ресурс тоже известный. Lindroid и так далее. Lindoid и так далее. То есть вся информация тут есть. Можно воспользоваться Google переводчиком и все прочитать, все узнать. Возможно, еще осталось же, ну, долго времени у нас получается, 1,5 месяца до конца SEO. Скорее всего, ребята переведут, я думаю, и на русский язык сайт, и белую бумагу. Можно немножко подождать. Только чем дольше мы ждем, да, тем меньше у нас бонус. Давайте посмотрим группу в Telegram. У них на 953 тысячи, ой, 953 человека. Видно, что за компанией следят и компанией интересуются. А в Твиттере у них 622 человека, поменьше, чем в Телеграм. Но оно неудивительно, потому что сейчас Твиттер, да, и все остальные соцсети, они вообще блокируют все связанное с ICO. Поэтому, может быть, это как раз и является причиной низкой посещаемости. Да, в Телеграме у нас гораздо больше человек. Но не факт. Также давайте посмотрим группу Facebook. Да, посмотрите, она огромная. Группа Facebook у нас на 6 тысяч человек. Это уже говорит о другом, да. То, что действительно следят за компанией. Посмотрите, свежие новости выкладывают туда буквально 22 часа назад. Выкладывали свежую новость, ребята. 28 марта и так далее. То есть постоянно видео, фото, новости, все тут публикуется, все открыто. И давайте посмотрим рейтинги ICO. Первый посмотрим ICO рейтинг, что у нас тут показывает. Ну, здесь какая-то краткая информация, да. Хайп скор у нас небольшой. Это они так определяют, как взлетит монета. То есть они думают, что она не сильно взлетит, но действительно это никто не может угадать. Никто никогда не знает, как сильно стрельнет монета и что такое как бы низкий уровень хайпа. То есть он в криптоиндустрии, там это может быть X10, то есть для некоторых проектов низкий, да, уровень хайпа. А X10 это, по-моему, очень неплохо. Притом средний уровень риска. Ну, это как бы говорит о том, что команда надежная. Давайте посмотрим еще ICO Holder. Да, ICO Holder дает почти 4 оценку нам. Это неплохая оценка. Единственное, видите, activity у них, небольшая активность в соцсетях. В том же в Твиттере, да? Ну, как бы это ничего страшного. Главное, что ICO профиль хороший, хорошая команда, хороший продукт и потенциал хороший. Активность не так важна в данном случае. Конечно, важно все, но как бы это стерпится, скажем так. И ICO Bench, самый значимый для меня ресурс, да, кроме Fox ICO, он нам показывает рейтинг 3,7. Это 8 экспертов говорят нам об этом. Как бы это не один, не два, да, это 8. То есть они сошлись в едином мнении, что рейтинг 3,7 из 5. Это очень хорошая оценка. Поэтому можно смело браться за свой эфир-кошелек и покупать токены. На этом я бы хотел завершить свой обзор. Всем спасибо за внимание. Желаю вам удачи. Пока.